Прошу вас. Петр Харитонович, пожалуйста, посмотрите внимательно на этих людей и скажите, вы кого-нибудь из них узнаете? Ну, кажется... Нет, врать не стану, я этих людей не знаю и никогда не видел. Никогда? Никого? Нет. Ну, присмотритесь повнимательнее. Да ну нет же, говорю, я их не знаю. Ну как же так? Никого не знаете? А собираетесь получить разрешение на строительство коттеджного поселка. А ведь это вот заместитель мэра. Вот. Префект нашего округа. Это начальник департамента землеотвода. А это начальник налоговой полиции. Вы даже меня, начальника милиции, второй раз в жизни видите. А еще ходите и вякаете, что вы тут свой человек. Как-то несерьезно это все. Не по-взрослому. Я вас не задерживаю. До свидания. Успеха в бизнесе. Господа, хочу принести свои скромные извинения. Давайте, мужики. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. А в городок. Ну, на нашу улицу в три дома. Где все просто и знакомо. Ай. Ну, будем. А мы будем. Мы будем. Мы будем.